приз в студию. Эту фразу известного телеведущего знает не одно поколение. Леонид Якубович запомнился зрителям, прежде всего по телепередаче «Поле чудес», которую он ведет с 1991 года. Эта телепередача и на сегодняшний день имеет хороший рейтинг по просмотрам. Немногие знают, что у артиста есть 17 орденов и медалей, а также он награжден званием подполковника, теперь уже в запасе. Нам стало интересно, за какие заслуги его наградили. Ведь такого высокого звания далеко не все военнослужащие добиваются, которые потратили годы на службу, а телеведущий даже не служил в армии. Ответ, думаю, будет интересен и вам. Все просто. Леонида Якубовича наградили по приказу Министерства обороны нашей страны. Дело в том, что телеведущий неоднократно ездил в командировки, в горячие точки. Нет, он не участвовал в военных операциях, он просто, так скажем, подбадривал солдат словами. На его счету около 40 командировок. Он был в Афгане, Чечне, Дагестане, а также в Сирии. Сам артист говорил, что командировки часто были опасными, ведь приходилось бывать на блокпостах, где в любую минуту могли начать стрелять. И пару раз он даже попадал под обстрелы, но все обошлось без неприятностей. Именно после таких командировок артист и получил звание подполковника, теперь уже в запасе. Леонид Якубович – не единственный артист с высоким званием и множеством наград. Александр Розенбаум – также в звании полковника, при этом он тоже не служил в армии. Сам Якубович не особо любит распространяться о своих наградах и не считает себя героем. По его словам, это прежде всего память о встрече с настоящими героями нашей страны, которые участвовали в различных военных операциях. Обо всем об этом он очень подробно описал в своей книге, которая посвящена как раз чеченской и афганской войне.